Всем привет, с вами я и канал Ермек ТВ. В этом ролике я покажу, как легко и быстро построить легкую ферму. Ну а для начала поставь лайк, чтобы это видео чуть-чуть продвинулось и помогло другим. И давайте уже начнем без заморочек. Ставим колесо, ставим на него блок любой, но не прям любой, а который у вас больше хотя бы 100. И там слева есть плюсик, нажимаем туда, там строку пишем 98 и удлиняем вот как на видео. После этого мы ставим несколько блоков вверх и несколько блоков в ширину. И вниз тоже несколько блоков. И потом колесо только вверх ногами. И потом справа от этого колеса ставим портал. И надо сделать так, чтобы он был немного внутри колеса. А как это сделать, вы увидите на самом ролике. И после этого мы строим такие две платформы красивенькие. Ну, тут я, наверное, немного ускорю, чтобы было видно. Там мы ставим, конечно, ракеты и такое пассажирское кресло. Ну, для самолетов. После этого мы выделяем все, что выделил я, вот эту всю палку с порталом, и колесо тоже можно. Выключаем у него коллизию и делаем скорость колеса там на оранжевую полосочку. После этого можно будет сохранять, но сначала надо покрасить порталы, как на видео, ну вы видите сами. Ну и все, сохраняем, юзаем, но сначала надо пролететь на вторую локацию, а вторую платформу до сундука. Ну вот, вы можете посмотреть все на этом видео, ну продолжение только, наверное, будет без голоса.
Я умею уворачиваться, как Джеки Чан. Вот, вы видите все. И еще, ребята, спасибо вам за 1000 сабов. Я люблю всех своих подписчиков, которые пишут в комментарии. А вот самые такие активные комментарии. А если хочешь тоже попасть сюда, то будь активным во всех видео. Ну, а что мне еще сказать? А если хочешь чуть получше фарм, то вот видосик, смотри.